Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Сегодня поиграем с вами в игру, которая называется Титан Бравл. Впервые на арене, боец. Давай-ка я помогу вам освоиться, прежде чем выпускать в мир. Бой начинается с отправки чемпиона. Готов. Ага, выставляем его. Побежал у нас братишка. Чемпионы движутся по выбранной тропе и самостоятельно атакуют врагов. Это уже радует. Ничего себе, он тут с пулеметиком. Ну-ка на, получи-ка от ярого медвежутя. Игра переводится как «Наваляй титаном». У каждого чемпиона есть своя суперспособность. Для применения суперспособности нужна одна единица маны. Мана копится автоматически. Так. Применяем, ребята. На-ка. Ух ты. Нормуль так пригрел. Отлично. Ваша задача — уничтожить вражеский тотем при помощи чемпионов. Ага, ясно. Значит, это тотемы у нас. Давай-ка звезданем разочек. Ну-ка. Ай, маны нету, ёлки-палки. Да, и долго накопится, однако. Чемпион мой погиб. Побежденные чемпионы должны восстановиться, прежде чем выйти снова на поле боя. В ходе битвы вам станет доступно больше чемпионов. Собери их всех. Ага. Тут у нас какой-то дракон. Чувачок с прической. И, я так понимаю, какая-то магичка, наверное, да? Вау, дракон-то как наяривает. Ребята, у меня же есть суперудар. Почему я его не использую? Ну-ка, давайте-ка. Так, медвежуть вышел мой. Ну, ребят, здесь мы, наверное, все-таки выиграли. Нет цели. Что значит нет цели? А вот это что, не цель, что ли? Тотем — это и есть наша цель. Причем самое главное. Ну все, в принципе, разбомбили. Отлично, первая победа за нами. Но это, ребята, все-таки как-никак тренировка. Поэтому тут все легко и просто. Вау, чувак там наяривает. Ух ты, наш титан тут. Наша база живая, оказывается. Так. И что дальше нас ожидает? Чем дольше длится бой... А, не успел. Хорошая работа. Пора сразиться с серьезным противником. Так. Йоу. Вау. Ну, нормуль. Оу. Да, картишка, ребята, приличная. Ничего не скажешь. Компания. Бой. Так. Слуги очень хорошо умеют досаждать противникам. Это хорошо, что они умеют. Познакомьтесь со своими слугами. Помощниками. Так, вот они у меня помощники. Но почему-то мы... Слуги прибывают на поле боя с регулярным интервалом и атакуют врагов. Что-то мы по разным полоскам пошли. По разным путям. Ну-ка давайте-ка этого медвежути сюда выставим. А сюда панкушу этого. Что у нас здесь получится из этого? Так, ну что, медвежути расправился. Ух ты, а тут так нарямбал какой-то. На-ка тебе. Блин, а что он, не возвращается? Ё-моё. Печалька. Так, ладно, давайте дожидаться очередного нашего титана. Пошел, родной, точнее, пошла. Ну, база его практически уже не жилец. Вау. А девица-то нехило замораживает врагов. Даже тотем замораживает. Ну-ка, давай, самурай. Ух ты, ты, правда, не туда немножко ударил. Но, тем не менее, опять мы разделались с тотемом. Хе-хе, помощники, там какие-то маленькие рыцари у нас. Ну что же, 2-0. И мы выиграем. Что это такое? Сундучок мне дали какой-то? Я так понимаю, мне дали какой-то сундук. Все лучше и лучше. Я покажу вам пару трюков, когда соберетесь с духом. Ага, бонусный ящик, разблокировать. 15 секунд надо подождать, и он откроется. Так, ну я так понимаю, мне пока доступно 4 героя. Это Медвежуть, Дракон, Панкуша и Девушка Лед. И сейчас мы открываем с вами сундучок. И что с него выпадает? Куда он упал-то? Эй! Эй, куда упал сундук? Так я и не понял, так и должно быть или это была подстава? Ладно, очередной бой у нас, ребята. Слуг можно улучшать. Ага, чемпионы всегда пользуются тропой. Слуги хоть и глупые, но довольно полезные. Вот, например. Ну, давайте кликнем.
Так, выбежали мои слуги. У него тоже слуги, но там титан. Когда враги движутся кучно, стоит нанести урон по площади. Отправьте в бой Диня. Ага, это значит у нас Диня-медвежуть. Ясно. Супер удар, давайте сейчас. Вот так вот. Пусть они пожалеют о своем решении. Я тоже так подумал. Так, девочка, лед у меня готова. Давайте-ка ей сюда. Ну-ка ся. А, магии нету пока, ребята, пока нету магии. Игра, кстати, очень сильно напоминает жанр стенка на стенку. Только немножко своеобразная такая. Так. Медвежуть вроде бы как расправился, да? Все отлично, Панкуша у меня готов. И он выходит в бой. Но впереди у меня идут слуги. Так что он как бы под прикрытием небольшим. Отличненько. Ну что, почти четверть хп у тотема мы снесли. И это меня радует. Там у него какая-то девчуша вылезла, да? Смотрите, она хилит юнитов его. Но против медвежутя никто не устоит, ребята. Это я вам точно говорю. Так. Значит, тут, видите, нужно время, чтобы они восстановились. Осталось 2 минуты до победы, да? Или до того, чтобы простоять. Вот, и дракончик у нас вышел. Дайте-ка я посмотрю, что у него за суперудар. Ух ты! Неплохо он шпарит огонечком. Это очень... Ох ты! Он вызвал титана какого-то. Ядрить его на коль. Смотрите, там какой-то амбал, циклоп с кувалдой. Так, ну что, что? Давай, ниндзя, вали этот тотем. Осталось совсем чуть-чуть. Есть, ребята. Третья победа за нами. И опять же, повторюсь, это еще идет обучение. Хе-хе, Панкуша там наяривает брейкданс. Тынь-бери-бери-бери-бери. Нормально все. Так, ну и что, я надеюсь, этот сундук не упадет у нас никуда. Безвозмездно, безвозвратно. Так, дайте ко мне. Было здорово, никогда не знаешь, с чего начинается битва. Еще раз? Погоди ты, блин, еще раз. Дай мне вот сундук этот посмотреть, что в нем хоть будет-то. Сколько там, 12 секунд надо подождать. Чум-чум-чум, Панкуша, да, там с мечом. Дракоша у нас с булавой. В общем, все как полагается. Так, ну что, понеслась резня. Мада расходуется на особых случаях. Порядок отправки чемпионов меняется в каждом бою. Адаптируйтесь. В плане... Что-то я вот этого не понял. Враг выставил слабо защищенного чемпиона в одиночку. С таким отлично справится Елена. Ага. Девочка лед, это у нас Елена. Понятно. Ну-ка, девчуша, заморозь-ка этого подоночка. Елена способна наносить огромный урон моментально. Чик. Отлично. Панкуша, иди-ка вот с этой стороны. Будешь прикрывать. Знаете, чем-то напоминает упрощенную версию доты. Как говорится, уничтожить вражескую базу, при этом сохранив свою. Так, отлично. Ну, где мои герои-то? Ядрить его на поле. Ага, вот, медвежуть готов. Пошел. Пошел, родной. Так, завалили. Ну, это, ребятушки, у меня как бы кратенький будет такой обзорчик по этой игре. Буквально вот обучение пройдем. Если же она вам понравилась, вы ставьте лайк, пишите в комментариях, и мы с вами продолжим в нее играть. Так, что там у него? У него какие-то другие, ребята, герои. Немножко отличаются от моих. Осталось 2 минуты. Так, мой дракон готов. Давай, Дина, выходи. Будешь сейчас огнем тут шпарить вражин. Ну и, как я понимаю, ребята, здесь можно будет открывать новых титанов и, конечно же, прокачивать, которые у тебя уже есть. В общем, все это надо будет потом смотреть, проверять. Ну что, побеждаем? Да, ребята, все, башня тотем упал. Ну что ж, ребята, вот на этом, в принципе, я, наверное, и закончу этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И до новых скорых встреч и до новых видосиков, ребята. Всем пока.